серии данной серии лекций. Лекция посвящена, как вы видите, опять-таки одной из самых актуальных тем, которые волнуют каждого. Видно. Значит, ПА, цитирую, да, предложение с ПА. Значит, сделал перевод на русский язык, но, к сожалению, шрифт вот такой неудобный, поэтому пытаюсь уже такой с ним в процессе презентации делать. Посмотрим, насколько это получится. Будем действовать также после какой-то части доклада профессор будет спрашивать, есть ли у вас вопросы, если есть вопросы, вы их задаете. Если нет вопросов, Unicode сделать будет тогда.